28 января отметим Всемирный день без интернета. Сайты, социальные сети и мессенджеры прочно вошли в жизни людей всех профессий и возрастов. Здесь и работа, и отдых, и новости. Средний россиянин проводит во всемирной паутине до 3 часов в день. Это более 1000 часов в год. Интернет – незаменимый помощник в жизни. На сегодняшний день ивановцы могут записаться на прием в поликлинику, оформить необходимые документы, узнать о своих долгах. И все это, не выходя из дома. Традиционно пользуются популярностью на федеральном портале услуги получения оформления паспорта гражданина Российской Федерации, переоформления паспорта, оформления загранпаспорта гражданина Российской Федерации, получение справки, допустим, о судимости. Очень популярны услуги, связанные с получением информации о штрафах, начислениях. Все знают такую услугу, как получение информации о штрафах ГИБДД, допустим. И это еще не окончательный перечень. Портал госуслуги постоянно совершенствуется и дополняется. В ближайшее время появятся новые услуги, уже в ближайшее время, в течение вот месяца-двух. Это выплата пособия на рождение первого ребенка, это оплата коммунальных платежей и ряд других услуг. Информатизация охватила весь регион, включая самые удаленные районы. Теперь в каждом маломальски крупном населенном пункте есть МФЦ с возможностью выхода в интернет. Не говоря уж о том, что современные гаджеты позволяют найти лазейку в сеть из любой точки, где прощупывается сигнал. Интернет – палочка-выручалочка современного человека, но в нем таится и немало опасностей, главным образом для детей. Сообщество в соцсетях, призывающее школьников к насилию. Печально известная группа «Синий кит». В России законодатели уже задумываются, а не ввести ли возрастные ограничения для доступа в интернет, пока ребенок не будет психологически готов к этому. Детский омбудсмен Татьяна Океанская уверена, интернет – наш верный друг. Но вот пользоваться им нужно в меру и с умом. А кибербезопасность ребенка всецело в руках родителей. Какие бывают угрозы? Как их избежать? Вот правилам поведения в интернет родители, безусловно, должны учить. И вторая задача родителей, если мы о родителях говорим, то это, конечно, контроль со стороны родителей, потому что мы ведь сами понимаем с вами, детей-то мы каждый раз учим хорошему и правила дорожного движения объясняем, правила поведения там в школе, допустим, да, правила поведения дома, ну и так далее, в любой среде. Но мы встречаемся очень часто с ситуациями, когда правила нарушаются. Естественно, ребенок будет нарушать правила поведения в интернет, ну, так скажем, это естественным образом происходит. Поэтому родитель должен этот процесс, естественно, контролировать. Интернет полон видео, наглядно демонстрирующих, что бывает, когда чаду запрещают пользоваться тем или иным гаджетом. При подготовке этого сюжета ни один ребенок не пострадал. Кадры взяты с сайта YouTube. Заклять! Тише! Заклять! Что я? Что я такой дурацкий интернет? Изимбирного моря! Иди моей сзади! И все! Запретить для детей интернет законодательно значит получить истерику в масштабах страны. Доказано, ограничение не такой действенный метод, как, скажем, обучение медиаграмотности. Это сейчас основное направление работы с детьми. Возможно, совсем скоро такой спецкурс появится и в ивановских школах. Пик выхода детей в интернет бывает в каникулярное время, в выходные дни и это когда родителей нет дома, то есть это где-то с 3 часов до 6. Поэтому здесь, конечно, вот удаленный контроль или, повторяю, контроль, связанный с настройками в автоматическом режиме, они, безусловно, родителям помогут. Об этом можно узнать, выйдя в интернет. Опасны сети всемирной паутины не только для жизни и здоровья юзеров, но и для их кошельков. На просторах интернета скрывается бесчетное множество мошенников. Список попавшихся в их сети пополняется чуть ли не каждую неделю. Сложность такого рода преступлений заключается в том, что зачастую фигуранты по данным уголовным делам находятся очень далеко от Ивановской области. Это отдаленные регионы.
И по большому счету раскрыть эти преступления достаточно сложно, и, соответственно, вернуть деньги потерпевшим достаточно сложно. Поэтому лучше предупредить эти преступления, в которых, по большому счету, жертвами-то становятся люди совершенно разного возраста. Пользоваться интернетом или нет – личное дело каждого. Главное – проявлять осмотрительность, блуждая по лабиринтам соцсетей, не выпасть из реальности. В этом как раз и заключается смысл дня без интернета – дать людям повод хотя бы на сутки выйти из киберпространства, чтобы понять – в офлайне жизнь прекрасна. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.